Дорогие друзья, у нас в Саратовской области многие любят закладывать камни в основание строительства больших объектов или в решение больших вопросов. Но это, как вы понимаете, накладывает особые обязательства, потому что камень не может остаться камнем. В данном случае хочу рассказать об истории, которая случилась 3 года назад, в 2017 году, на пересечении улиц Радищева и Чернышевского, когда был заложен камень рядом с медицинским училищем, и планы прозвучали создание памятника военной медицинской сестре. К 75-летию этот памятник должен быть установлен. Полгода назад об этом еще раз сказали, но у нас с вами 75-летие можно отмечать 9 мая, можно говорить о параде 24 июня. В целом год юбилейный. Хотелось бы, чтобы этот памятник появился, и мы могли в этот юбилейный год отдать дань уважения тем, кто спасал наших бойцов, оказывал им помощь, выносил с поля боя. Но и, конечно, появление такого памятника рядом с медицинским училищем совершенно очевидно и правильным является, потому что наше медицинское училище в годы войны готовило медсестер, и однозначно решение само по себе благородное, и сложно просто с этим не согласиться. Но считаю недопустимым, когда камень остается камнем. Предлагаю к этому вопросу вернуться, предлагаю обсудить его еще раз и со своей стороны оказать готов помощь, найти средства и, конечно, привлечь лучших скульпторов для того, чтобы этот памятник стал не только украшением города, но символом памяти и уважения военной медсестре, которая спасла много жизней наших солдат и офицеров.